Самарскую область поступила новая партия вакцины «Гамковид-вак» для профилактики коронавирусной инфекции. 23 700 доз. В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации региона. Привиться может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. В первую очередь прививают людей из групп риска и старшее поколение. Надо прививаться. Возраст у меня уже. Надо обязательно, чтобы вокруг меня тоже все были здоровые. Мои близкие, дети, внуки. Перед вакцинацией пациенты заполняют анкету и проходят осмотр врача. Им измеряют давление, пульс, уровень кислорода в крови, расспрашивают о состоянии здоровья и хронических болезнях. Если никаких противопоказаний нет, можно делать прививку. Ее вводят в два этапа с разницей в 3 недели. Начинает меняться менталитет населения. То есть если на первых этапах было очень тяжело приглашать, вот, допустим, мы обзванивали 100 человек, из них откликались 20-25 человек, то сейчас люди начинают осознавать, что такое вакцинация своевременная. Сейчас мы в день делаем до 200 прививок. На сегодняшний день в регионе вакцинировались более 175 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию 118 тысяч жителей. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122. Вакцинация проходит добровольно и бесплатно. Светлана Кудрявцева, События.